Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Дорогие друзья, сегодня мы с вами находимся на Верхнетулонском водохранилище. Время 22 часа вечера. А это значит что? Правильно, мы сегодня будем ловить ночью налима. Это моя одна из самых любимых рыбалок. Ну, наверное, в этом сезоне это уже крайне. И что нас ждет, дорогие друзья? У нас есть утопленный поплавок, который уплывает, 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 уплывает. Блин, что сегодня будет, а? Первая рыбка какая будет? А? Так, это не всплывает. Есть! Есть! Ну, хотелось бы, чтобы упирался, конечно, лучше. Вот такой налимчик. Маленький. Оп. Все. Сейчас отцепим и отпустим его. Таких мы не берем. Безболезненно вытащили джиголовочку. Мне на них очень нравится рыбачить. Все, родной, беги. Ой, спасибо тебе за поклевку. Давай, давай, беги, беги. Все, молодец. Отлично. Ну что, рыбалка пошла. Сейчас мы пойдем поставим жерлицы. Опустим их на дно, на свежую корюшку. Первая сработочка у нас. Давайте посмотрим, что там. Шлума-то на все. Ага. И? Есть тут. Упирается? Ну, не сильно. Начинает биться. На лимяк. Слушай, килограмм. Да, хороший на лиманчик. Заглотил? Не знаю. Ты заглотил, у нас же здесь тройник стоял. Тройники они глотают на раз. Тройник на щуку был. Не успели мы еще поменять здесь. А нет, все. Этого берем однозначно, куда деваться. Опустили все жерлицы на дно. Идем обратно. Уже горит. Приятно так. Ну что, давайте посмотрим, что здесь у нас. Есть. Ну, такой. Ну, не трофей, но... полкило. Да не, грамм 700, наверное. Ну что, давай посмотрим, что здесь. Там нет. Ну тоже там. Рыбка. Не тащила. Не тянут уж. Ну там уже живая рыбина тишина сидит. Нет. Ты идет. Сейчас совсем маленький. Корюшка здесь. Совсем какой-то маленький. Грамм 150. Да? Угу. Да. Захлебнулся ей. Да, таких налимов я не хочу видеть. Давай, родной, корюшку тебе оставляем. Вперед. 12 ночи, силы закончились, и мы пошли отдыхать. Время 7 часов утра. Первая задача утра — это отвезти Бориса Николаевича за окунями и сигами. А после этого мы начнем с Вячеславом проверку наших жерлиц. Все, удачи вам! Спасибо. Первая сработочка у нас. Давайте посмотрим. Что-то небольшое. Да. Не радует. Вторая сработочка. Вымотано все. Есть. Где ты там, родной?
иди, иди сюда. Да. Не крупный. Поэтому постараемся отпустить. Безболезненно отцепили. Все, родной, беги. Ну что, пойдемте дальше посмотрим. Все не вымотанное. Посмотрим. Есть. Я не знаю, что даже за рыба. Ну так. Ага, щука. Ну что, отлично. Ставил на налима, поймал щучку. Вон, на одинарничек. Щучка такая, грамм 900, наверное. Во, рыбалка нормально идет. А у нас еще в районе 5 сработок осталось. Очередь Вячеслава поднять. Ну давай. Вымотано все. Что идет? По размеру? Да непонятно. Налим. Туго идет. Маленький налименок. Не крупный. Да, что-то трешек нет. И вновь вымотано все. Давайте попробуем. О, что-то такое солиднее. Ну не прям такое солидное, но все равно. Ладно, не отцепилось. Что-то бежит вперед лунки. Налимчик. Вот такой красавчик. Не вымотано? Нет. Ну, в прошлый раз щука тоже не вымоталась. Какой-то малек идет. Что ж такое-то, а? Совсем маленький. Я надеялся на трофеев, а тут... Да. Мало-мало меньше. Так, что же нас здесь-то ждет? Вымотано все. Тоже какой-то не крупный. Родной, давай беги. Борис Николаевич уже час сидит у нас здесь. И результат, что у нас? Три сишка и окунек. Окунек живой, да на живца. Да, заберем сейчас. На живца я его не стал отпускать. Сам у нас живец. Не, ну живец, да, такой хороший. Поставим сейчас. И все, да? И больше клёва нету? Остановилось. Ночная рыбалка, дорогие друзья, подошла к концу. Все жерлицы мы подняли в пол воды, теперь ждем выхода щуки. Крупного налима не было. Было несколько штучек в районе килограмма, щучка порадовала за килограммчик, и все, трофеев не было. Ну а мы продолжаем рыбалку. Что дальше будет, увидите в следующей серии. Всем счастливо, всем пока, дорогие друзья, до новых встреч.